В этот раз наша команда рыболовов отправилась в отдаленные цивилизации места, на край нашей страны, туда, где могучая река Днепр делит два государства – Украину и Белоруссию. Чтобы добраться до места назначения, необходимо было преодолевать небольшие речушки, пойменные озера и непроходимые болота. Благо, что наша команда была во всеоружии, и эти небольшие трудности лишь украсили и разнообразили наше путешествие. Забираясь в такую глушь, где, казалось, не ступала нога человека, не сразу можешь поверить в то, что в этих непроходимых болотах и джунглях могут оказаться братья по увлечению. Куда только не занесет рыбацкая судьба. Сейчас там чуть. Уже под вечер, не без приключений, мы наконец-то прибыли на место, где и планировали провести несколько незабываемых дней. Наслаждаемся необъятными видами могучего Днепра, чистейшим воздухом, ароматами луговых трав, пением птиц. На поверхности реки шумными выходами проявляет себя жерех. У самого берега охотится на уклейку судак. Места здесь воистину сказочные. Вот под эту прекраснейшую мелодию природы рождается новый день на реке. Первый день решили посвятить разведке новых мест. Отправляемся на старик Днепра, чтобы своими приманками потревожить местных обитателей. Первым делом решили обловить полосу листьев кувшинки. Здесь наверняка караулят свою добычу мордатые окуни.
Ну вот, и первый трофей на достаточно крупный крэнк. К сожалению, долго порыбачить нам не удалось. В считанные минуты погода испортилась. Сильный порывистый ветер взлохматил водную гладь реки, отчего рыбалка в этих местах стала невозможной. Коротаем день на берегу. Благо, что к вечеру ветер утих, и у меня появилась прекрасная возможность поохотиться на ночного судака. У самого берега он нещадно поглощал суетливую уклейку. Поклевок долго ждать не пришлось, и первые днепровские трофеи дают мне бой. В ночное время воблеры формы минау являются одними из самых лучших приманок по судаку. Вот этот первый. На следующий день я встал пораньше и решил детально изучить перспективное место у самого лагеря, где постоянно охотился жерех. Первым на одобрение жирующим хищником отправляю воблер минау. Интуиция мне подсказывала, что он несомненно принесет мне удачу. Так и оказалось, практически на первых проводках бойкой поклёвкой отозвался жерех. Стоит признать, что эта борьба обогатила мою кровушку приличной дозой адреналина. В висках запрыгал пульс. Здорово. Далее я экспериментировал с различными приманками и подбирал проводки. И такой подход принес свои плоды. Thank you.
Практически сразу же удается выхватить несколько жерешков на мини-поппер Джакал. От таких зрелищных поклевок на поверхности воды получил огромный заряд положительных эмоций. Неплохо жерех отзывался и на Волкер. Далее решил отвлечься от воблерной тематики и перейти на железную классику. К микроколебалкам рыба также проявляла интерес. Необходимо было лишь подобрать проводку. Стоило только приманку забросить в перспективное место, как поклевки следовали одна за другой. Вскоре ко мне стали доноситься приятные ароматы костровой кухни. Как-то желание ловить рыбу сразу ушло на второй план. Завожу мотор и ухожу к месту стоянки. Мои компаньоны время зря не теряли. На троллинг им удалось взять зачетного судака, так что в ухе быть. Остальную часть нашей добычи решили закоптить.
перекладываю. О, чтобы она не соприкасалась? Ну, желательно. Я что-то думал, что у моей коптильни дно закрытое. Дно закрытое здесь. Ну, там же дырка. Я вставки вставил, вставку положил. Ну, тогда нельзя, чтобы вообще огонь был. У нас чисто угли, да? Ну, да, да, угли, конечно. А дверь куда-то зачем? Или так? Ну, дверь это для печки. А, понятно. Дверь. Так, Лёша, дым. Сейчас покажет, а не её. Оно будет из-под крышки так дымить. Может, прохватывай потихонечку. Угу. Время надо засечь, да? Да, время надо засечь. Надо две деревяшки. Положи еще одну деревяшку. Весло забили. На следующий день решили уехать на дальний кордон и изучить наличие крупной рыбы, удаленные от нашего лагеря места. Постоянно присутствовало ощущение того, что крупная рыба ушла на дальний кордон, поэтому ее необходимо искать именно там. Колебалки по-прежнему приносили нам поклевки бойких рыб. На удивление, работали достаточно крупные модели блесен. Ну, четко, конечно. Я просто понял, где они стоят. Они до островка метров 7 стоят. Красивая.
Микроблёсный смит-пюре приносили не только жерешков, но и упитанных густерок. На такие приманки никогда не знаешь, какая рыба соблазнится их игрой. Но как часто это бывает, как только нам удалось найти подход к днепровским обитателям, вдруг погода испортила наши планы. Небо словно прорвалось, дождь лил словно из ведра, но мы не сдавались. Компаньоны в лодках периодически менялись, а мы продолжали ловить днепровских хищников. На совсем короткое время дождь утихал, а затем с новыми силами опять разводил сырость в нашей лодке. В связи с такой погодой мы были вынуждены перейти на ловлю рыбы троллингом. Обещали теплую погоду сухую. Никому нельзя верить, ни правительству. Но даже в такую неблагоприятную погоду Днепр не переставал нас удивлять и щедро одарял нас своими дарами. Стоит признать, что после того, как усилился дождь, мне пришлось спрятать видеокамеру, и как раз после этой операции мой воблер был атакован трофейным судаком. А снять этого красавца мне удалось лишь ранним утром. Достойный попался трофей. К сожалению, время, отведенное на рыболовное путешествие, подошло к своему логическому завершению. Настала пора отправляться домой. Прощаемся с рекой, благодарим за подаренные незабываемые впечатления и неспешно выдвигаемся в сторону каменных джунглей и мирской суеты. До скорой встречи, могучий Днепр. Мы обязательно сюда еще вернемся. Как она называется? На досуге. Кукушкин горецвіт. Горецвіт.
Так а его что, сушишь и просто заваришь? Да. Ну я сделаю сборы. А он вкусный вообще? Я не помню, за это не могу тебе сейчас сказать. Проливной дождь сильно расквасил и до того вязкую грунтовую дорогу, долил воду в окружающие озера и болота. Одним словом, добавил работы нашей техники, так что напоследок немного уже традиционного оффроуд. Друзья, до скорой встречи на водоемах. We'll be right back.